Тем временем в Колумбии карантинные вопросы решают не словом, а действием. Так, за нарушение карантина в стране были убиты около 9 человек. В отдаленных районах, где присутствие законной власти практически не ощущается, контроль за соблюдением карантина берут на себя вооруженные группировки, которые действуют гораздо жестче. Свои действия они называют спасением от коронавируса. Колумбийцы просят у правительства защиты и обеспечения доступа к услугам здравоохранения и чистой питьевой воде.